от винта. Здравствуйте! Неудержимый, как грядущая весна, рост цен на продукты и лекарства, похоже, всерьез обеспокоил власти всех уровней. Да уж, пора бы. И вот прокурорские работники массово двинулись мониторить магазины под бдительным прицелом телекамер федеральных каналов. Результаты не заставили себя ждать. Как сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева агентству РИА Новости, рост цен на отдельные продукты и лекарства в некоторых регионах страны составил аж 150%. Заметно подорожали мясо, свинина и говядина, кура, сахар чуть не в два раза, крупы, рис и греча, естественно, но масло подсолнечное. Список можете продолжить сами. И наши свердловские депутаты не стоят в стороне от процесса, а утюжат торговые прилавки на страх торговым работникам, планомерно расширяя список дорожающих товаров. Теперь туда вошли и капуста с морковкой, и картошка-кормилица. Кстати, какова ситуация с ростом цен по Уралу по сравнению с общефедеральным уровнем, пока не ясно. Данные мониторинга будут известны где-то в марте, так что ждите. Результатом депутатского контроля стал призыв не покупать дешевые продукты. Они могут быть откровенным фальсификатом и даже могут быть произведены из вредного генно-модифицированного сырья. Вот спасибо, вот это забота о человеке. Земной поклон за информацию. Открыли буквально глаза. Если бы еще было указано, где денег взять, чтобы покупать только правильные, то есть недешевые продукты, по гроб жизни были бы обязаны. А мне эти лихие рейды напомнили скорбную социалистическую действительность времен тотального дефицита. Тогда экстренные бригады народного контроля безжалостно боролись с торговлей из-под прилавка. Без особого, впрочем, ущерба для торгашей, спокойно сидящих на дефиците. И нынешние проверки, скорее всего, будут иметь тот же эффект. Пиар сделан, граждане могут расходиться по домам. Нынешнее ценовое цунами, заметно облегчив и без того пустеющие кошельки, пока не собирается останавливаться. И с ностальгией вспоминается строчка из песни Владимира Высоцкого. «Было время, и цены снижали. Было, снижали». И хочется верить, что и нам удастся еще увидеть времена, когда ценники в магазинах будут переписывать в сторону уменьшения, а зарплаты в сторону увеличения. Так что надеемся на лучшее и от винта.